Весь мир с ужасом наблюдает за шокирующими кадрами, поступающими из Пакистана. Гуманитарная катастрофа невероятных масштабов. Так характеризует правительство текущую ситуацию в республике. По состоянию на 25 августа 2022 года здесь выпало почти в 3, а местами в 5 раз больше осадков, чем в среднем по стране за 30 лет. Население и инфраструктура уже не справляются с непрекращающимися проливными дождями, которые начались еще в середине июня. Плотины переполнены. На некоторых открыт аварийный сброс воды. Более 30 миллионов пакистанцев пострадали от наводнения и оползней. А более 1000 человек не смогли пережить бедствие. По оценкам Национального управления Пакистана по борьбе со стихийными бедствиями, полностью разрушены более 200 тысяч домов и еще около 450 тысяч повреждены. Миллионы людей нуждаются в срочном убежище. Разрушенные мосты и дороги не позволяют людям бежать в более безопасные районы. По этой же причине во многие населенные пункты помощь не может прийти вовремя. К сожалению, в современном обществе условия таковы, что проблема прогнозирования и устранения последствий опасных климатических явлений